Светская львица Бажена Рынска решает отрезать себе грудь. У девушки обнаруживают зловредный ген, который в 86% случаев приводит к раку. Анджелина Джоли, Маша Гессен, принимайте в клуб новенькую. Нас таких 1 на 1000. Довольно редкая хрень, так что цените меня, девочки, пока не померла. Шутка. Смех смехом, но совсем недавно голливудская любимица большей части человечества Анджелина Джоли соглашается на операцию по удалению молочных желез, чем и подает пример другим девушкам с этой проблемой. Я хотела сказать другим женщинам, что решение сделать мастектомию удалось мне нелегко. Но я очень рада, что сделала это. Я могу сказать своим детям, что им не надо бояться потерять меня из-за рака. Собственно, за актрисой собирается последовать и Бажена Рынска. Правда, прежде чем сделать это, наша светская девушка, по слухам, планирует родить ребенка.